Фейбл. Историю я нашел на этом замечательном канале и просто не мог пройти мимо. Обязательно заходите и подписывайтесь. Надеюсь, вам понравится ее видео так же, как и мне. Все ссылки в описании. Ну, вот и мой дом. Пока. Кстати, классно погуляли. Пока. Стой, подожди. Забыла тебе кое-что сказать. Я недавно вступила в одну группу. Там можно найти себе друзей и просто пообщаться с людьми. Если хочешь, я скину тебе ссылку. Ух ты, обязательно вступлю в нее. Ну ладно, пока. Наверное, Лиза прислала ссылку на ту группу. С этого начинается моя история. Бу! Лиза! Я хотела спросить, ты вступила в ту группу? Если да, то как она тебе? Да, я вступила. Группа отличная, уже нашла друзей. Я как раз хотела рассказать, что нашла там одного человека. Я общалась с ним всю ночь. Он мне очень понравился. О, рассказывай. Его зовут Роберт. Он старше меня на 2 года. И получается ему 18. И о чем же вы всю ночь переписывались? В основном узнавали друг друга. Как же тебе повезло найти такого человека? После уроков мне предложили погулять, но я отказалась, так как хотела продолжить общение с Робертом. Привет, как дела? Что делаешь? Привет, а где ты так долго была? У меня дела нормально, сейчас сижу на уроке. Смотри, будь аккуратнее, чтобы не заметили. Да не боись, не запалюсь. Как сама-то? И что делаешь? Со мной все хорошо. Ничего, только со школы пришла. Кстати, ты как сегодня ночью написала, что ты спать и все дела, я пошел гуглить, на каком расстоянии мы друг от друга, и меня и тебя отделяют 1607 километров. Знаешь, мы только вчера познакомились, а уже так привязались друг к другу. Ну ты только не грусти, я обещаю, когда-нибудь мы встретимся. Так мы общались с Робертом 1.5 года, поддерживая друг друга. Играя вместе в онлайн-игры. Нет, не бей меня! Радовались друг за друга. Но мы до сих пор не видели лица друг друга. И вот однажды, 1.5 года спустя... А, ты спала? А, ты меня разбудил. А я видела такие прекрасные сны. Ой, да все, успокойся, истеричка.
Так вот что звонил. Я как проснулся, и у меня в голове сразу возник вопрос. Мы так долго общаемся, но до сих пор не видели лица друг друга. Почему? И вправду. Почему же? Может, спалим лица? Ну ладно. Только давай через час. Ну, я готова. Только мне как-то страшно. Да, мне тоже как-то страшновато. Может, будем по видеозвонку и играть во что-то? Думаю, так будет проще и лучше. Ладно, тогда позвони мне через 10 минут. Ну, привет, что ли? Да, привет. Мамочки, как же неловко. Ты, кстати, красивая. Ты тоже красивый. А про то, что я красивая, мне в первый раз говорят. Не переставая дружить, мы продолжали общаться 2 года. Пока не произошло это. Что ты на меня так смотришь? Я вообще не брала телефон, так что 100% это твой. А, ну ладно. Ань, что-то случилось? Помнишь Роберта? Ну, я о нем тебе рассказывала. В общем, он скинул мне 5000, ничего мне не сказав. Зачем и почему? Да я сама не знаю. Сейчас же позвоню ему и разберусь. Привет, ты с ума сошел? Зачем ты скинул мне 5000? А, ты про это? Так это деньги на билет ко мне в город. Ты ж ко мне летишь. И это не обсуждается. Не пойму, это какая-то шутка? Я сейчас абсолютно серьезно. Кстати, вылет у тебя завтра в 12. Да что случилось? Честно сказать, я была в полном шоке. Но я все-таки решилась и полетела. Путь был долгим. Вот я и прилетела в 5:00 утра. Я же обещал, что мы встретимся. Вот такая история, небольшая, но очень милая. А будет ли продолжение, конечно, лучше спросить у автора. Ссылки вы сами знаете где. Ставьте лайк, если вам понравилась эта озвучка, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые. Спасибо, что смотрите, и до встречи.